алкоголь и правильное питание. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Безопасной дозы алкоголя не существует. Перейдем от предупреждения к определению. Алкоголь, этиловый или винный спирт, представляющий собой прозрачную бесцветную жидкость, жгучего вкуса с острым характерным запахом, горящую голубоватым пламенем. Алкогольные напитки в 100% всех планов питания исключаются полностью. Если отпустить вопрос здоровья, то с точки зрения источника энергии спирт не содержит питательных веществ, белки, жиры, углеводы, калории пустые. Не забывайте и про активацию алкоголем аппетита. Чаще всего именно алкоголь провоцирует вас употребить большее количество еды. То есть, употребляя алкогольный напиток и еду, вы легко можете уйти в профицит и сами того не заметите. Пить или не пить – вопрос выбора. Если даже вы не планируете набирать вес в ближайшее время, то пара бокалов шампанского или вина не навредят фигуре. Важно в вопросе питания следить за общим суточным колоражем. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!